Красиво цветущее комнатное растение. Всем здравствуйте. Бугенвиллия. Я и приобрела вот такой вот красивый горшочек. Вот такой вот. Ну, конечно, я его не пересаживала пока. Он поставила в него. Это уже когда она цветет, я сделаю пересадку. И вот в такой красоте она у меня сейчас растет. Красотка еще одна. У меня появилась. Купила я ее осенью в прошлом году. Все видели, когда я сажала розу Рене Гассини. Маленькие совсем растения такое. Но почему-то оно быстро у меня выдало 3 цветочка. И они, конечно же, быстро как-то, ну, наверное, решили мне показать свою красоту. Решили показать. Но быстро они пропали. А вот сейчас посмотрите, какая красота. Она раскрылась во всей своей красе. Можно вот так вот повернем, смотрите. И так хороша, и так хороша. Очень красивая. Прям бугенвиллия. Хочется мне, конечно, вырастить в нее черенок и попробовать ее летом посадить в огороде. Потому что она вообще такая, даже заросли образовывает и цветет очень продолжительно и долго. Вот сейчас она цветет у меня уже почти месяц. Я не сняла, как бутончики только были. Ну, ничего. Вот это вот считается, что это прицветники. Она вообще-то оранжевого цвета была у меня, но когда только появлялись цветочки, она такая и была как бы. Но сейчас она поменяла свою цветность, и которые цветочки дольше цветут, они более розовее как-то становятся. А цветочки сами цветочки, вот они, сами цветочки, маленькие такие, невзрачненькие, но в сочетании, в общем сочетании, смотрится даже очень красиво. Вот такая вот красота. Я очень довольна, что она у меня прижилась, ей у меня понравилась, и она меня вот радует такой вот красотой. Я ей придала форму, потому что там один листочек был, один стебелек длинный был. И как-то она смотрелась не очень. Сейчас я ее сформировала вот таким образом. Благодаря Ане Деевой, которая увидела на стриме ее. Я говорю, что же она у вас такая длинная и несуразная, короче. Придайте ей хоть форму. Вот я придала ей форму, и она прям радует и радует и радует меня. Смотрите, вот даже если сверху смотреть, просто неописуемая красота. Если у вас есть такая возможность приобрести такой цветок, их расцветок очень много, и белое, и розовое, нежно-розовое, и еще какие-то расцветки, ну, хочу вот себе тоже коллекцию такую завести. Если у вас есть такая возможность, приобретайте себе такое растение, и будет вам радость. Она очень долго вот цветет. Она уже цветет у меня около месяца, все посадки и все такое прочее. Некогда было даже заснять. И будет вам радость. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал мой. И будем делиться красотами. Ведь мир прекрасен, и красоты в нем очень много. Нужно только это все замечать. Еще раз спасибо всем за просмотр. Всего доброго. До новых встреч. Благодарю за внимание.